International Россия. Меня попросили рассказать про то, как Transparency International работает с открытыми данными, и я согласился, несмотря на то, что Transparency International не работает с открытыми данными в России. Но, как и начал Иван, с хорошим заделом на будущее, у нас задел тоже есть. У меня, к сожалению, нет ни компьютера, ни презентации, чтобы его показать. Вот. Ну, то есть, вообще, понятно, что с данными мы работаем много, и мы работаем... Там началось это? Скайп, подождать мне, может, минуточку? Маша увлечена. Я там вижу людей каких-то в этом компьютере. Большие люди в таком маленьком компьютере. В общем, конечно, на самом деле мы работаем с различными видами данных, в том числе и открытыми, но, ну, во-первых, часто они не открыты. Это те данные, которые используют мои коллеги, проводящие различные антикоррупционные расследования. И, ну, то есть, как бы источник данных, он не приводит их в формат открытых. То есть, ну, например, если мы будем говорить про сведения о собственниках недвижимости и земельных участков в России, то, что, ну, вот Росреестр хотели закрыть недавно, хотя эта система, она очень удобная, хорошо работает и намного лучше с точки зрения информатизации, чем в тех же, например, Штатах. Это нельзя отнести к открытым данным, и все равно со всеми источниками как бы мы работаем вручную. Вот. Есть несколько проектов, которые делали наши коллеги за рубежом, поскольку мы международная организация, но поскольку я их не делал, я про них тоже рассказать не буду. Я хочу рассказать про проект «Наш декларатор». Я знаю здесь, что Иван вот знает про него, а остальных людей я всех, по-моему, вижу впервые, может, кроме Алексея тоже. Вот. И, наверное, кто-то про него не знает. Вот. Ну, собственно, почти 7 лет назад в России был принят закон о противодействии коррупции, который создал в России систему, когда чиновники у нас публикуют сведения о доходах и имуществе ежегодно. Вот. Это было 6,5 лет назад, нам сразу это понравилось, и мы стали следить за тем, как они это делают и что они там у себя раскрывают, какие данные. Вот. И за вот эти 7 лет уже количество чиновников, которые раскрывают эту информацию о себе, оно там выросло с нескольких тысяч человек до 1,5 миллиона по оценке, ну вот, собственно, администрации президента. И как бы вся эта информация, она очень интересная, она очень ценная. Там, значит, человек, он о себе публикует ежегодно информацию об объеме своего дохода, о том, какая у него недвижимость собственности находится, какая в пользовании, какие у него транспортные средства есть. И то же самое в отношении там своих супруги, там, и несовершеннолетних детей. И как минимум... Если вы его поймаете и обнаружите, что что-то он не сделал, то это уже является достаточным основанием для того, чтобы его, ну, там, привлечь к ответственности, уволить и так далее. Вот. Но при этом это не является открытыми данными, то есть каждое ведомство на своем сайте публикует в каком-то своем формате всю ту же самую информацию, при том, что как бы, ну, есть требование, что это, ну, она приводится в какой-то стандартный формат, но этого нет. И поэтому как бы, ну, открытых данных нету, поэтому, ну, надо их создать. Вот. И мы вот в течение где-то 3-4 последних лет занимались такой не очень понятной многим работой, тем, что мы просто всю информацию, которая была доступна, мы ее просто всю скачивали и закачивали на, ну, в собственный архив и частично переводя это в машиночитаемый вид. Частично, то есть у нас сейчас в базе данных есть порядка 30 тысяч деклараций на 10 тысяч человек. То есть там, ну, по-разному там зависит от того, какой пост человек занимает. Там немножко это все хаотично, то есть какие-то регионы мы больше обработали, какие-то меньше. Но это достаточно серьезный объем информации, что в какой-то момент мы вот недавно тут сели с коллегами и поняли, что да, мы очень крутой собрали архив, да, мы начали его переводить в открытые данные, а что вообще мы хотим, то есть куда, чего хотим и куда мы будем дальше двигаться. К сожалению, даже наша информация, она хотя приведена в машиночитаемый вид, она еще не является открытой, мы ее будем вот открывать буквально в ближайшее время. Мы собираемся проводить
мероприятия, там какие-то хакатоны и приглашать программистов, потому что ну, нам нужно для того, чтобы эти данные начали работать и там в связке там, с какими-то другой информацией, например, про те же государственные закупки. Вот. Я бы предложил вам всем в этом поучаствовать, если тем, кому это интересно, потому что на самом деле нам нужны ваши идеи. У нас есть свои идеи, но нам нужны как бы, идеи там, сторонних людей, потому что мы сами оказались в какой-то вот ситуации, что мы собрали очень много информации интересной, полезной, начали ее обрабатывать, вот, и пытаемся теперь понять, вот, и что есть потребитель, а что он может с ним сделать, и в какой формат нам надо это привести, как нам это надо вам открыть, показать, выкачать и так далее. Вот, здесь мы видим несколько форматов, конечно, возможных работы, то есть, с одной стороны, это программисты, ну, вот как бы в формате хакатона, которые там можно это визуализировать, представлять, сопоставлять с другими данными. Мы видим, что ну, тут надо владеть как бы какой-то такой, ну, какими-то языками программирования. Мы видим, что есть большой на самом деле запрос со стороны журналистов и со стороны академических исследований, для которых, ну, для которых вот когда эта информация она в большом объеме, она реально очень интересная, хотя бы в том виде, что это еще некий такой формат статистики, которого больше нет. Вот. Я, наверное, очень коротко рассказал, оставил место для других людей. Вот. Осторожно. Вот. Если есть какие-то вопросы по этому проекту или желание как-то еще про него отдельно пообщаться, я готов ответить сейчас или потом. Давайте сейчас вот там вы... С идеями. Сейчас мы их собираем, и мы хотим их реализовывать. Вот. То есть, ну, мы... Нет. Ну, то есть, как бы мы сейчас собираем идеи для того, чтобы отобрать из них те лучшие, которые, ну, которые мы видим, что в них есть целесообразность, и ну, начать их реализовывать или помочь кому-то, кто хочет их реализовывать. Вот. Здесь нету, у нас нету. Ну, наш проект, бизнеса в нем нету, заработать в нем практически невозможно. Это проект, который предоставляет общественно значимые данные, я вижу, я сейчас это, да, спасибо, который предоставляет, ну, как мы собираем общественно значимые данные, мы их собираем, потому что эти данные, они разрознены, и они удаляются органами власти. То есть это был первый, как бы, наш стимул для того, чтобы их начать собирать. Мы их собираем, и мы, как общественная некоммерческая организация, мы их переводим в машиночитаемый формат, вот. И мы понимаем, что они представляют общественную важность, как статистические данные, как данные, для, которые могут ну, помочь выявлять какие-то злоупотребления со стороны. Вот. Просто как ну, вот статистический такой интерес о там, лайфстайл чиновников, у кого сколько машин, какие машины они любят, сколько они зарабатывают, где они владеют недвижимостью, какого размера у них квартиры и так далее. Так далее. Это то, что мы можем из этого выяснить. И ну, ну, мне кажется, это важным как бы, как, ну, возможным элементом для такого диалога общества и государства. И это того, чего нету. То есть, как бы инструмент, он и был создан, вот эта открытость, когда чиновник публикует декларацию, он и был создан для того, чтобы ну, общество видело этого чиновника, но при этом в том формате, в каком это сейчас делается, оно его не видит. То есть это как бы ну, рассеяно, рассыпано, и ну, мы там возможность там, собрать некую там, целостную картину такого там, среднего чиновника, что-то такое. Коммерческого использования этого, в этом нету. Если кто-то найдет возможность коммерческого использования, как бы, ну, мы только за. Мы ну, финансируемся другими способами. Да, а пожалуйста. Вот область, с которой вы собираете данные, она а постепенно... Вот человек первый это говорил. Хотел вопрос задать. Да. На протяжении нескольких лет мы имеем возможность отслеживать, кто помимо денег есть еще очень интересная важная информация. Кто работает, где работает, и узнать начальство. Коммерциализация этого вопроса, может быть, она возможна в рамках того, что называется разрешенного уровня лоббизма, чтобы понять, кто с кем связан. Но у нас уже сложилась такая группа чиновников, условно говоря, гуляющих из одного ведомства в другое и гуляющих по связям. То есть, если мы посмотрим, что раньше они работали в одном департаменте замом, потом перешли в другой, перетянули этих людей, а эти люди у них работали раньше там-то, тут, может быть, можно попробовать на базе декларатора, имея вот эти данные, которые раскрываются чаще всего в виде биографии, но на больших руководящих людей, да, а на средний уровень вот этот вот, можно попробовать строить потом что-то вроде таблицы связей, вот такой тип.
Да, спасибо. На самом деле это очень правильно. Ну, то есть это та идея, которая у нас уже есть, и мы ее собираемся делать. То есть есть некая категория чиновников, там категория А, условно, там 100 или 200 человек, которых там всех обсасывают, все их декларации, и на самом деле там работать неинтересно даже нам, ну, потому что это как бы, ну, такой поп-формат. И есть некая категория Б и категория С, это несколько там, ну, люди, которые мы уже измеряем их этот контингент тысячами, и что действительно, если мы даже без привязки к их доходам, если мы их просто как бы, ну, всех будем знать связки, что где они с кем работали, куда они пошли, да, то карту перетекания каких-то связей, ну, я надеюсь, что тут у нас, к сожалению, вот для того, чтобы эту задачу решить, вот одна из последних у нас таких, мы хотим сделать вот эту категоризацию и определить какую-то категорию Б, которую нам нужно полностью перевести в машиночитаемый вид, чтобы уже по ним мы знали, что вот по этой категории Б она у нас 100% расшифрована и 100% вот сейчас мы ее будем рисовать по ней карту. И у нас уже есть данные там, ну, как бы количество людей, кто декларируется, оно росло, и, условно говоря, ну, масса это там с 11-го, с 10-го года, но, в принципе, за 5 лет, ну, за 15 еще не опубликованы данные, но будут скоро появляться, за 5 лет это уже, мне кажется, достаточный массив для того, чтобы какие-то вот передвижения отслеживать. И да, ну, то есть спасибо, это, ну, я понял, что мы на правильном пути с этой идеей. Как бы. Да, пожалуйста. Да, скажите, да. Пожалуйста, а вот область, охват вот только декларациями ограничивается, или вы планируете дальше расширять вот спектр? Ну, и по уровню, скажем, федеральный уровень и ниже. Ну, мы занимаемся, мы выкачиваем декларации со всех сайтов, все, что мы находим, от муниципалитетов сельских поселений до президента. То есть все, что мы находим, мы выкачиваем. Там, где мы видим, что есть большие проблемы с размещением данных, это не относится тоже к открытым данным, мы занимаемся тем, что мы там пишем какие-то запросы, делаем какие-то обзоры там по каким-то секторам, например, сейчас мы готовим по судам, что, вот, ну, что это проблемная зона, мы готовим какие-то отчеты и их публикуем, ну, чтобы привлечь внимание к теме. Вот. А с точки зрения развития, да, у нас есть как бы, ну, то есть сейчас мы работаем только с этими данными, но мы понимаем, что они становятся интересными, когда их скрещивают с чем-то другим. Но здесь есть две задачи. То есть, с одной стороны, у нас есть как бы аспект того, что мы делаем, и мы делаем только в этой сфере. И как бы для того, чтобы их уже, ну, более плотно с ними работать, нам было бы интересно, конечно, чтобы какие-то люди, ну, там, наши партнеры, какие-то люди, которые будут брать наши данные и с ними работать, потому что, ну, у нас нету там ни лицензии, это даже не наши данные, мы просто их обработали. Нам как раз интересно, чтобы кто-то какие-то там решал творческие, креативные задачи, коммерческие или некоммерческие для этого. Спасибо. А вот скажите, примерно какое количество записей сейчас и, в принципе, насколько трудоемкая эта работа, грубо говоря, сколько вот стоит такой проект? Сейчас у нас, если я не ошибаюсь, чуть меньше 15 тысяч файлов, каждый из которых содержит от 1 до где-то 15 тысяч человек, но в среднем, наверное, где-то 15 человек, наверное, но это сложно сказать. И 30 тысяч деклараций, то есть как бы один человек, один год, которые внесены в основном вручную, то есть, ну, трудоемкость там 5-5, от 5 до 15 минут на одну декларацию. Это вот как бы, ну, чтобы понять, сколько стоило его создание. Мы сейчас как раз хотим, чтобы у нас было больше каких-то решений программных, какие-то парсеры, которые будут работать, все это заносить, потому что вручную это, ну, это невозможно. Вот. И, ну, при этом мы сейчас понимаем, что мы будем концентрироваться только вот на каких-то там двух-трех верхних слоях чиновников, а всех глав сельских поселений как бы придется, ну, про них оставить, кроме там тех случаев, когда мы там прицельно работаем там по каким-то сельсоветам, если вдруг у нас будут партнеры там где-нибудь в деревне какой-то. Обработан, ну вот в том-то и дело, что сейчас цифра совершенно обескураживающая, обработано где-то 3% от общего массива опубликованных. Но, как я говорил, что мы не знаем, сколько. Администрация президента говорила, что 1,5 миллиона деклараций публикуются ежегодно. Даже 3% от 1,5 миллиона – это круто. На самом деле, ну, наверное, столько нету, да? То есть 80-90 забэкаплено к нам в нашу базу. Это, вот это есть. Этот, а обработанный перед новым машиночитаемый вид несколько процентов. Вот, но мы хотим вот выделить, ну, вот категорию, в которой мы будем стремиться хотя бы к 100%, если у нас это получится. А сколько стоит? Сколько стоит что? Ну вот работа это. Сколько, или сколько человек вот сидит на этом постоянно, скажем? Ну, да. Ну,
тысячи человек и часов, сколько всего за весь период существования проекта, мне сказать сложно. Сейчас у нас над проектом работает два человека, один из которых я. Ну, два человека это всегда было, просто, ну, там они иногда менялись. И есть, ну, небольшая команда программистов, которые выполняют задачи такие дополнительные. Но я думаю, что, скорее всего, проект будет расти по размеру, как бы там трудов вкладываемых в него так потихоньку. Тут мы не быстро упираемся просто в те ресурсы, которые есть у нашей организации, достаточно скромные. А на чем вы зарабатываете? То есть на чем вы едите все это время, да? Я зарплату в магазин иду покупаю. Нет, у нас мы не коммерческая организация, мы получаем гранты. У нас есть грантовое финансирование. Можете зайти на наш сайт transparency.org.ru. У нас есть различные гранты, выделяемые российским государством, не российским государством, не государством, а различными фондами, как бы, которые финансируют наши проекты, в том числе и этот. У вас микрофон не работает. Включите, наверное, лучше. Ну, по поводу сотрудничества. Конечно, конечно. Если отдельно поговорить, я еще здесь буду минут 20-30. Вот. Ну, и у нас изначальная цель, как я говорил, она была в том, чтобы данные не пропали, чтобы их сохранить. Вот. Сейчас мы видим, что эта задача выполняется и нами, и государством лучше. То есть мы, на самом, во многом мы как бы были одним из тех акторов, который оказывал давление, потому что мы показывали, что да, ребята, вы все удаляете, мы все равно будем это хранить. И, ну, мне кажется, что это был один из факторов, который привел к тому, что государство само начало эти данные у себя хранить, ну, в более приличном виде, чем они делали раньше. Там всегда есть возможности для каких-то... Ну, фактически фальсификации, то, что они выложили сегодня одну декларацию, потом они через 3 месяца взяли ее, заменили на какой-то другой файл, в котором у какого-то чиновника, например, появилось имущество, которое, ну, журналисты раскопали, что у него есть дом, они его вписали в декларацию и заменили файл. И тут, конечно, такая двоякая ситуация, потому что можно показать, вот у нас есть файл, мы у вас его скачали там 3 месяца назад, и там этого дома нету. Вот. Ну, а потом они скажут, что, ну, знаете, у вас это как бы не верифицировано, вы вот нотариально заверенно не делали копию страницы, то есть, ну, как бы это вот то, как существует. И мы, ну, мы не будем делать, мы даже скриншоты не делаем сайтов, потому что это, ну, слишком утяжелит базу, но то, что мы информацию сохраняем, это была первичная, как бы, ну, первичная цель, она, как бы, ну, она была выполнена и выполняется, и будет выполняться. Вот. Что будет дальше? Ну вот, скорее всего, это как бы какие-то построить, ну вот, понять структуру связи, и предоставить эти данные, ну вот сейчас, как бы такая среднесрочная задача, предоставить эти данные в удобоваримой формате для исследователей, которые как могут писать там скрипты, которые будут анализировать, визуализировать, так и для тех, кто не умеет это делать, потому что у нас есть там куча исследователей, там, которые как бы там те же группы влияния исследуют, ну там академические, там где-нибудь там, в высшей школе экономики, в МГУ, но они с Excel умеют работать, там, а уже с SPSS или со статой нет, тем более, что не смогут сами скрипт написать. И мы им тоже хотим предоставлять в понятном виде эту информацию. Что? Нет, нет, я как бы это я сам не умею ни тем, ни другим пользоваться скрипты даже. Вот. SPSS, продукт 90-х годов. Да? Во многих местах учили. Ну, меня учили... Меня учили SPSS, как бы, вот, я это название запомнил, а практического пользования у меня не было. Еще вопросы есть какие-то конкретные, или я могу передать дальше слово? А вот по предыдущему, после вас можно задавать вопросы, да? А Иван куда-то вот он обещал ответить и куда-то... Ну... Давайте мы это отдельно обсудим. Это очень интересная тема, грантовое финансирование, которое не было заявлено. А представьтесь, пожалуйста. Меня Ярослав. А где вы работаете? А я не работаю. А на что вы едите? На слушайте, нет, я не буду обсуждать этот вопрос сейчас здесь. Если вы хотите, можем его отдельно обсудить. Он просто не относится к теме обсуждения. На сайте все есть, да, пожалуйста. У нас есть гранты, у нас есть информация на сайтах, которую мы получаем. Вот. Вы хотите, чтобы я вам свою справку о доходах показал? Тоже могу это сделать. Я не знаю, что это. Мария, кто у нас следующий? И мои 20 минут истекли. А, здесь есть...